Над созданием кадрового резерва в Одинцовском округе трудится уже давно. Налаженное взаимодействие с центром занятости, предприятиями и колледжами – ключ к успеху. Например, стажировки. Студенты вторых-третьих курсов получают свой первый бесценный опыт, а предприниматели – потенциального сотрудника. Я думаю, что данное соглашение позволит систематизировать наш подход и скоординировать усилия администрации и общественных объединений предпринимателей. Государственная поддержка – еще одна важная тема делового завтрака. По словам Виктора Тарусина, в этом году размер только муниципальных мер вырос в 2 раза и составил 40 миллионов рублей. При этом округ занимает первое место в регионе по количеству малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Малый средний бизнес у нас это более 30 тысяч человек, самозанятые более 38 тысяч, и каждый год это число только растет. Кроме того, на территории округа работают 136 крупных предприятий. Только в прошлом году объем отгруженной ими продукции составил более 350 миллиардов рублей. В настоящее время и до исчерпания средств бюджета Московской области продолжается прием заявок на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу, а также для самозанятых, для маркетплейсов. Партнерство через оформление франшизы, модернизация субъектов, развитие соцпредпринимательства, субсидии промышленным предприятиям из средств областного и местного бюджетов. Обсуждению мер поддержки уделили особое внимание. Понимаем, что и предпринимательство, и бизнес, сообщество, кровеносная система экономики, да, благодаря вашим усилиям создается. И внутри страны перемещаются деньги, товары, создаются новые рабочие места, прогресс, развитие инновационных технологий. И чтобы технологии развивались, а экономика страны становилась крепче, государство по-прежнему будет поддерживать предпринимателей. Более того, эта поддержка из года в год становится только существенней. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».